Всем привет! В эфире Грег, и я рад приветствовать вас на своем канале. Что же, как я и обещал, это выпуск 18+. Почему 18+? Ну, вы можете, собственно, видеть на экране. Эти прекрасные создания руки авторства... руки одного и того же автора. Я обязательно оставлю ссылку на его сайт. И, кстати, да, вот эти два персонажа, которые засветились у меня в моем обзоре на Гладиатора, они тоже его рук дело. Я на них, правда, забыл скачать дополнительные палеточки, но, в принципе, вы могли их видеть. В принципе, вот из-за этого и девочки... Как раз прошлый выпуск про Гладиатора был тоже 18+. Итак, ну, поскольку, собственно говоря, у меня они маленького уровня, очень сложно было достать их сразу большого уровня. И, честно говоря, идя с ними в длинное путешествие, я очень и очень рискую. Почему рискую? Все потому, что эти девочки чертовски специфичны. Ну вот просто чертовски специфичны. Вот я прям хотел бы выделить, что они очень и очень специфичны. Проблема в чем? Вот эта вот девочка почти всеми, да чего почти, абсолютно всеми своими скиллами снижает освещенность. То есть абсолютно всеми скиллами снижает освещенность. Вот что ты ни сделай, освещенность будет падать. Я даже не знаю, может не брать торчи. Вот. Да, давайте я как бы рискну. Я не буду брать торчи, я возьму лишнюю лопату. Что-нибудь еще нужно взять, на самом деле, я не знаю. Антивену мне, скорее всего, не пригодится, потому что у нас, насколько я знаю, уровень... Ну, давайте глянем, что мы... Да, уровень заражения нулевой. Уровень заражения нулевой. Поэтому берем харч. Он нам обязательно пригодится. Берем несколько лопат. Берем... Особенно нам пригодятся бандажи. Очень пригодятся. Так, ландаум. Ну, очищать хоррор с себя, ужас, наверное, не пригодится. С ними абсолютно, абсолютно бесполезно брать факелы. Они нам, в принципе, никоим образом не пригодятся. Я уж точно не буду вас вызывать здесь босса. Упаси Господь. Так, лопаты у нас есть. И антивеном нам не нужен. Так, ну вот... Зачем я беру так много бандажей? А вот это вот товарищ, как видите, у него всегда очень-очень маленький резист сопротивления к кровотечению. При этом все, ну почти все атакующие скиллы этого персонажа накладывают на нее кровотечение. Так, ладно, один пакетик торча я все-таки возьму, ну... На всякий случай. Может пригодиться, может не пригодиться. Ну, черт его знает. Итак. Лопаты взяли. Не нужно. Взяли. Вот это у нас для шрапнельки. Но не нужно, мы ее не берем. Ну и что я могу сказать? Да, вот это вот спорная вещь. Я их уже собрал, конечно же. Поскольку тут у ее скиллы не только очень любят снижать освещенность, но и также накладывают на нее стресс. При этом бафая на сопротивление стрессу. Тут у нее есть очень-очень мощный скилл. То есть буквально просто выносящий мозг и все на свете. Но при этом очень-очень сильно накидывающий на нее стресса. То есть, в идеале, эта девочка должна много-много накастовать себе сопротивление стрессу, а потом может жарить просто только в путь.
Единственное, вот что нужно придумать, что же ей взять лучше всего. Конечно, желательно, чтобы это не прибавляло ей стресса. Она единственный хил в этой пати. Что же? Может быть, все-таки вот это? Нет, не очень подойдет. Вот, к сожалению, у меня очень... А что? Может вот это? Менять, дать ей вторую коробочку. Пусть уворачивается. Смысл какой? Вот этот персонажик. У нас чистая стеклянная пушка. Glass Cannon. Как это принято называть. У нее умопомрачительно малое количество жизней. 14. Вы просто вдумайтесь. 14 жизней. Это вообще ничего. Абсолютная нулина. Соответственно, ее обязательно первым же ходом должна защитить вот эта вот девочка. Просто обязательно. Иначе все закончится очень плохо. Вот это у нас дамагер. Ну, он такой у нас более-менее, так скажем, стандартный. Ничего в ней нового нет. Просто дамагает. Очень хорошо сносит тех, у кого размер 2. То есть больших. Ну и наш хил. Хил. Фух, ладно. Что будем делать? Medical Herbs. Захватим с собой лишний Medical Herbs. Мало, действительно. Так, да. Вот это надо поменять. Поменять на что? Давайте сделаем вот так. Так. И вот так. Не самый лучший вариант, но увеличивает живучесть, не прибавляет стресса. Хил усиливать я ей явно не буду. В идеале вот эта вот девочка должна защитить просто всех. Ну а это мы уже посмотрим. Ну что, поехали? О, господи, ну нет, ну, блин. Черт. Это мини-босс из одного из дополнений. И он ужасно противный. Просто ужасающе противный. Вот эти два уродца, которых вы видите по бокам, вот этот вот раз уродец и два уродец, они его лечат. И лечат друг друга. Если у вас недостаточно урона, блин, лучше к нему не соваться. Появляется он, конечно же, только в коридорах. Так. 100% бит. Блин, ну придется идти. Так, а что случилось? С самого начала уже что-то случилось. Нет, знаете... О, я этой... Ух ты ж! Это очень странно, знаете ли. Так, лучше всего дизармит... Это довольно странно, но черт бы с ним. На обратном пути зайду. Ну что ж, сейчас вы увидите все это, так скажем, в действии. Блин, у меня проблемы. Так, ну... Это не тратит хода. Посему я это делаю без каких-либо... Вот она беда. Вот она беда. Ох, еще и по всем попало. Конечно же, к концу уровня они у меня точно все поедут крышей. Я в этом более чем уверен. Да, я, конечно, противоречу сам себе, как это часто бывает, но... Так, хил, стресс... Ну да, давайте поподробнее. Ну, вы можете, собственно говоря, уже увидеть, почему... Почему у нас здесь 18+.
О, а яд-то очень неплохой. Так, у тебя есть дрил? А, дрил я тебе не брал, да? Ну ладно, это не страшно. А в чем вообще смысл? Надо ей каждый раунд накачивать урон. Накачивается урон, накачивается крит. Единственная проблема всего этого, вместе с этим всем накачивается... Ну, вот зачем мы брали бандажи. Освещенность наша, конечно, просто забей. Так, я точно не могу этот дебаф снять. Это тут очень... Ой. Ну ладно. Тут очень неприятно, на самом деле. Так, я думаю, лучше вместо этого взять дрил. Он оглушает. Хотя меня вполне устраивает такой билд. Не самый, конечно, лучший, зато я могу из любой позиции делать что угодно. Хотя, ладно, знаете что, давайте. Давайте вместо вот этого сделаем вот так и вот так, наверное. Так, с первой позиции могу. Да, ну давайте так и пойдем. Конечно, на какие-либо скаут-шансы рассчитывать вообще не приходится. Я вообще подозреваю, что моя вылазка ничем хорошим не увенчается, потому что я уже пробовал играть этими ребятами, да. Я уже пробовал это делать. И я вам скажу со всей ответственностью, ничем хорошим это не закончилось. Все было просто ужасно. А здесь еще, как видите, у нас накладываются очень и очень неприятные проблемы вот как раз с этим боссом, который зареспился благополучно. Так, ну, я как бы долго думать не буду. Я использую возможность сделать привал и буду делать... Вот так. Использовав несколько раз на ней, мы повысим ее сопротивление к нашему чертовому кровотечению на 100%. Ну, почти на 100%. Ну и сделаем что-нибудь еще на оставшееся время. Так, что же тут можно взять? В принципе, у нас не так уж и много. А, вот, да, идеальная штука. Я боюсь, правда, больше ничего толком сделать не смогу. Да? Да. Ну, что-нибудь еще. Значит, дебаф резист и... Ну, десизов у тебя нет. Дебаф резист. Главное уменьшить стресс, потому что мы все-таки, к моему большому сожалению, сражаться будем тем на тем. О, замечательно, блин. Ух ты. Ух ты! Ай, красавица. Так, тебя нужно похилить, это очень важно. Ну, мало того, что у нас... Так,
Так, а что бы сделать? Я его могу вынести? Ну, шансы есть, конечно. Ну, может быть, лучше при... Не, давай. Замечательный скилл. Во-первых, двигает нас. Во-вторых, мы наносим много урона. То есть модификатор минус 20%, ну это не серьезно абсолютно. То есть мы в общем наносим все равно 160% урона. Ну, пусть и по двум противникам. Вот уж кому наплевать абсолютно на твои стрелы. У нее здоровье просто жуй и жуй, скажем так. Кстати говоря, да. Баф на минус стресс точно так же накладывается на огромное количество раундов. Что, ну, в принципе, не может не радовать. Or is it merely a trick of the light? Ай, как нехорошо. Ну хотя, в принципе. Блин, ну смотрите, вот оно. Ей абсолютно наплевать на то, что вы там пытаетесь на нее наложить какой-то стресс. Ей абсолютно плевать. Так, ну что, будем просто драться? Да, давайте. Не будем сильно разгоняться. Замаркаем себя, конечно же. Мощнота. Ну, по ней видно, что она... Скажем так, не ровно. Ой, что я сделал. Или ничего. А, не страшно. В принципе, не страшно. Я слегка перепугался. Хотя, правда, теперь точность будет... Блин, вот я... Вот видите, что я наделал? Блин. Так, кому-либо нужен хил? Да, в принципе, нет. Блин, вот это я не то сделал. Я вот это хотел сделать. Да, еще у этой мощной девочки есть еще самохил, так что вообще никаких проблем нет. Блин, что-то я... Ну, понимаете, класс очень-очень-очень специфичная вот компашка на самом деле. Да, ну вот, собственно говоря, обещанный. Так, кого лучше всего... Так, давайте, было бы очень хорошо, если бы наш дамагер не поехал крышей. Потому что я уже чувствую у него сподвижки на это дело. Так, мне нужны травы. Очень нужны. После каждого использования... Вот, видите, вот она проблема, когда ты ходишь в темноте. Да, у тебя дополнительный лут, но ты соберешь своей задницей просто все ловушки на свете. Ну, я сюда еще и зря пошел. Ничего не поделаешь. Стоит отдать должное художнику. Во-первых, он с нуля прорисовал не просто все анимации. Все скиллы. Ну, просто сделал конфетку. Вот как ни крути. Можно по-разному относиться к обнаженке в играх. Я, кстати говоря, не фанат этого. Несмотря на то, что вы видите здесь, я не фанат этого. Но! Я не мог пройти мимо этого дополнения. Оно прекрасно. Сама
сама работа художника вызывает у меня уважение. Несмотря на, может быть, довольно-таки сомнительный контент. Ничего себе, ты еще и мисснул. Вот что я не ожидал, так это не ожидал. А тут даже накрылся. Замечательно. Я не знаю, что с ней, но... Вот она уклоняется просто как бог. Это харая уже, ну. Загнешься? Не можешь не радовать. Так, ну, собственно, вот что она умеет. Она защищает союзника, хилит себя, но получает больше дамага. Тут уж не попишешь. Ой, это не то. Кажется, ты остался один, парень. Так, ну... Давайте выкинем лопату. В принципе, ну куда ее? Так, да. Это очень будет мне полезным сейчас, чтобы лишний раз не тратить на промежутках. Ну хватит. Я, конечно, все понимаю, красавицы мои, но... Я ж ходы пропускаю. А мне бы не хотелось этого делать. Я надеюсь, ты можешь с первой позиции драться. 30 стресса. Черт, у меня явные проблемы. Кстати говоря, это последняя битва. Доработают мои бафы. Ну, уклонись. А, ну у тебя три тоже какой-то уклонись. Сейчас еще и крышей поедем. Decimated. Это определенно черт. Ой-ой-ой-ой. Back to the pit. Красиво. Так. Блин, ну себя полечить, конечно. Блин, ну вот что мне с тобой делать? Это самохил, а вот это хил. Правда, я сейчас боюсь. Больно. Так, еще и застанет, да? Ну, красавец, красавец. Черт, опять хил на передней позиции. Ну что? Пользуем? Что нам еще остается? И, собственно, проделываем то же самое. Так. Не снимать. Понимаете, вот каждый раз снимать с нее вот эти вот... А, ладно. Я к чему? Каждый раз снимать с нее
кровотечение, это, ну, просто вымораживает. Вот, поверьте мне на слово. А чё это вы все расстроились? Ну, спасибо, это не очень страшно, конечно. Inspiration and improvement. Тут, конечно, не подпишешь. Ты не можешь быть из первой позиции. А вот здесь и сейчас я очень и очень удивлен. Ну давай, я в тебя верю. Видимо, зря. Много я дамага в себя впитываю. Толкнешь как следует? Не хочешь, да? Досадно. Нет, я чувствую, вот она очень привлекает этих товарищей, надо на нее как следует понакидывать этих репостов. Так, ты можешь что-нибудь сделать нехорошее? Хорошее? Вон, даже нехорошее. Махил, еще никому не вредил. Ну, это, конечно, вот это вот расстраивает меня, вот хоть убейте. Прости, но мне нужно было самопохититься, скажем так. Так, что ты можешь для позиции сделать хорошего? Что-то ничего особо. Меня расстраиваете. Парень прямо горит желанием отгребать, а вы... Ох, додж. Ну, спасибо, что тоже надожили. Этому персонажу нужно обязательно ходить. Постоянно обязательно ходить. Ладно, убью тебя. Не убью тебя сейчас. Ну, тем лучше для меня. Ну, зачем ты еще... Не надо вот так делать. The path is clear. We require only the strength to follow it. Давайте скроем, посмотрим, что там есть интересного. Есть бюсты. Есть бюсты. Я обязательно должен драться на свету с этим боссом. Черт, я даже не знаю, может мне холи-вотер оставить-то?
О, минус 10 стресс, правда, минус скорость тоже, но... Но артефакт хороший. Так, нет, этот я возьму. Этот я выкину. И возьму артефакт. Он мне еще может пригодиться. Ну, а того-то карта подъехала. Блин, нас еще идет очень-очень много битв, скажу я вам. И меня это не радует. Сразу двух порежешь. Красавица. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Ну ладно, пока могу, буду поддерживать свет, конечно. Ой, какой ты шустрый. Чего ты должен? Да, к сожалению, на ней баф на халяву уже не настакаешь. Так, надо обязательно ее защитить. Потому что, ну, блин. Вот она, вот это очень большая проблема этой пати. Как только у кого-то не срабатывает. Вот это вот. Вот я специально сделал. Ген. Есть, нет. Нет. Где этот баф? Вот. Плюс 20% шанс. И ничего. А это проблема? Это большая проблема. Давайте я палеточку изменю. Я сердце не вижу, которое за ней. О, вот так намного лучше. Ну, собственно, можно спокойно похилиться уже. Спокойно всех наболевать. Slowly, gently. This is how life is taken. Ну и спокойно добить эту сволочь. Я с ужасом предвкушаю битву с боссом на самом деле. Потому что она мне не сулит ничего хорошего. Надеюсь, вот это вот босс, надеюсь, и я его пройду мимо. Давайте похилимся. Ну, это, слушайте, это неплохая, в принципе, неплохой вариант сейчас именно похилиться вот на этой битве. Она мне ничего плохого не несет. Так. Я могу спокойно всем навалять от души. А я еще остался на прежних позициях. Вообще идеально. Нет, зачем ты туда полезла? Ах ты ж гребаный. Я только хотел как следует снизить стресс. Блин, никогда не бывает двух битв. Вот запомните, никогда не бывает двух битв. Коридоре, значит, одна из них босс. А поскольку мои ребята и без того отлично крышей уже едут, я вообще не горю желанием. Вот в нее прыскай. Хотя, может, и в нее. Так, ты по последней позиции не можешь, да? Продвигайся вперед. Что я тебе могу сказать? Ага. Ага, 12 хп, господи.
Знаете, ребят, я сейчас, как любой нормальный герой, пойду в обход. Вот вы меня, конечно, сейчас очень-очень извините. Я прошу у вас прощения, но я пойду в обход. Потому что это, ну, ничем хорошим сейчас не кончится. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Так. А, то есть, ну ладно. Ну что ж ты, 90% провалил. Such missteps are the exception, and not the rule. Я бы, честно, я бы подрался с боссом, но я не хочу, ребят. Я сейчас потеряю кого-нибудь. Я почти уверен, что я кого-нибудь потеряю. Думаю, не надо объяснять, почему я не хочу никого терять. Ходишь впервые, ну ладно. Ну что ж ты делаешь? Ай, ты меня расстраиваешь. И да что ж с вами не так? Нет, никакого босса, ребят. Это закончится смертью всей группы. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет ужасно. Ужасно, ужасно. За тебя дела доделываю. Девочка моя. Так, иди сюда. Главное, что хильцы не отказываются. Давай! Вот, молодец. Ты решил спаснуть? Нехорошо так делать. Нехорошо. This expedition at least promises success. Да никакого сексеса она вообще не промыс, ребят. А, знаете, я схожу, может быть, вот тут что-нибудь вкусное будет. Главное, что мы вычленили, где находится босс. И сейчас оттуда уйдем. Да. Простите меня, пожалуйста, это будет долго. Это будет долго, нудно и печально. Но я... Ну спасибо, ну хоть кто-то. Спасибо тебе большое. Вот от души тебе, танк. Ты еще и скоростной стал, господи. Ты не впервые ее будешь ходить теперь. Ну, как минимум, вы с ней точно будете делить эти ходы. Ну, ладно, мне в любом случае вот пришлось бы, просто пришлось. Хочу я, не хочу, мне пришлось бы идти вот в этот кусок подземелья. Ну, ничего не поделаешь. Ну, пришлось. Жалко, что все фонтаны я уже использовал. Вот эта вот девочка у меня близка к тому, чтобы... схватить нервное расстройство посмертно. Воу-воу, хо-хоу, полегче. Правда, конечно, это все мусор.
А что ты ее не убил? Ну ладно, хотя бы кровотечением добьешь. Ох, я явно. О, ты не любишь, да, тех, кто прям так. Ух! Не любишь тех, кто превозмогает, да? Неплохо. Это оттянет. Сердечную атаку в твое сердце. Push on to the task's end. Наваливаемся. Да, вот есть тут что-нибудь, что не накладывает на меня плохие статусы. Я был бы рад такой скидкой. Приходится париться из-за каждого просто хпшечка, за каждого хпшечка. Что, всех покусали? Счастливо, держитесь, красавец. Просто комсомолка. Не хочешь святой водички? Странно это. A blazing star is born. Скаутинг. Ну что, минимум нас ожидает еще хотя бы одна битва. Хе-хей, ребята! У вас явные проблемы. Да, в принципе, возможно, я как бы не лучшим образом. Не лучшим, далеко не лучшим образом расфасовал скиллы. И я показал все это довольно однобоко. Так, главное, у меня есть лопаты. Так, ну то есть, вот, например, вот эта вот вещь. Кроме того, что ее можно использовать из... Давайте вот репост, например. Почему бы нет? У нас при этом остается то, что может двигать нас вперед. И остается то, что может как следует кому-нибудь навальнуть. Так, меняем вас местами. И заваливаемся! Так, ну... Ничего не поделаешь, я просто вынужден. Ай-яй-яй-яй-яй. Да! Бей ее! Ненавидь ее! Давайте репост. Я не знаю, насколько мне это поможет. Но вот теперь ты точно умрешь. Это, конечно, никак не относится к репосту, но... Так, защитя ее, снимая себе всякую бяку. Ай. Так, и нужно срочно... Нет, не делай этого. Погоди, не твори. Эй. Ну это некрасиво с твоей стороны. Да, это некрасиво с твоей стороны. А вот это к сожалению, теперь я не могу никого защитить, значит, просто как следует навальну куда-то упасть. Ну,
Ой, ну что ж ты, мисс Додж. Некрасиво так делать. Вот так вот красиво делать. Очень красиво, я сказал. Ха! И никаких боссов. Упаси Господь Бог. Ну, сейчас, в принципе, я возьму весь мусор, который тут есть, просто потому что. Потому что могу. Вот такой поход. 18+. Room by room, hall by hall, we reclaim what is ours. Я, собственно, не рассчитывал, что я получу огромную награду. Более-менее неплохо. Я получил неплохой артефакт, хотя этим героем я пользуюсь очень редко. Он у меня почти 5 уровня, я пользуюсь им очень редко. Ну, неплохо. Именно вчетвером их использовать очень неуютно. Просто безумно неуютно. Но по одному, если брать их по одному, они очень и очень интересны. Например, вот если брать чисто ее, то просто нужно... А нет, ее одну не возьмешь. Проблема в том, что ее нужно брать обязательно вот с этой вот сволочью, которая накидает на нее сопротивление, кровотечение. Ну, знаете, я почему приостановился. Возможно, как раз можно ее брать с такими классами, как Ламия, Чумной Доктор. Но опасно. Тебе нужно одновременно чувак, который сможет ее защищать, потому что ее здоровье — это просто один крит. Один крит, и голова не болит у нее, и у тебя, и можно вообще уже ничего не делать и забыть об этом герое навсегда. Так. Affliction. То есть ты получаешь 10 уворотов на халяву от Affliction. Это интересно. Я этого не знал. Вот такой выпуск 18+. Что я хочу сказать? Очень интересная группа героев. Вчетвером использовать их... это определенно новый опыт в игре. Поверьте мне, и не только визуальный. Это интересно. Это сложно. Драться в темноте чертовски неприятно. Но, если как следует приноровиться, эти девочки смогут доставить вам массу удовольствия в этой игре. Как бы двусмысленно, как угодно не звучало. Всем спасибо за просмотр. Пишите, ставьте пальцы в любом направлении. И до новых встреч в этих прекрасных темных подземельях.